Глава 12. Новички объединяются. Вот ты где. Благодарю, о темнейший из рыцарей. Ну, я бы справился сам. Раз, два, три, вперед! Бэтмен, как слышишь? Нет сигнала. А? Эй, ты должно быть... Робин. Я и сам новичок. Киборг. Наслышан. Бэтмен сказал, если что случится, ты за главного. Правда? Парни исчезли с радаров у гиблых болот. Бэтмен позволил поймать себя, чтобы найти остальных. А знаешь, я бы не назвал этот план слишком удачным. Он рассчитывает на нас. Мы застанем их врасплох. Блеск! Я ждал случая проявить себя в бою. Ты же вроде как техник. О, это про меня. Вот, сам построил. Способности есть? Я умею бросать вещи. Ты позаботишься об Бэтботе? Да, конечно. Ты просто псих, Джокер. Ты посмел замутить воды правосудия. Аквамен из морских глубин отомстит за этого карпа. Но как рад, что примкнул к команде победителей. Сарказм, верно? Он не слишком уместен, Флэш. Ведь победители здесь — это роковой легион. Итак, супер друзья, готовьтесь встретить свой супер конец. Шутка-то так себе. Да я знаю.